там нет плана всех поголовно уничтожить. План превратить нас в еху. Помните, как в «Гулливер в стране лошадей», да? Там были вот эти еху такие, человекоподобные, омерзительные существа, которые выглядят как мы с вами, а на самом деле не как мы. Зато, как планировал Гитлер, нужно все время ставить нам веселую музыку. Прям так написано, чтобы поддерживать в нас хорошее настроение, чтобы мы этим рабским существованием были довольны. И если это звучит как дичь, сейчас, давайте вспомним 90-е, когда ровно так и было. Ну, ровно так и было. Там нет плана всех поголовно уничтожить. План превратить нас в еху. Помните, как «Гулливер в стране лошадей», да? Там были вот эти еху такие. Человекоподобные, омерзительные существа, которые выглядят как мы с вами, а на самом деле не как мы. Зато, как планировал Гитлер, нужно все время ставить нам веселую музыку. Прям так написано, чтобы поддерживать в нас хорошее настроение, чтобы мы этим рабским существованием были довольны. И если это звучит как дичь сейчас, давайте вспомним 90-е, когда ровно так и было. Ну, ровно так и было. Паровоз собрать несколько миллионов людей, которые будут его возить. Ну, некоторое время, несколько дней, там останавливаются ночевки, там праздник, палатку можно разбить, и все будут ходить по этому хороводу, потому что самое правильное движение, вот если мы хотим двигаться куда-то, это движение по кругу, это сакральное движение. Оно, конечно, никуда нас не приводит, но мы никуда и не хотим идти, это наша земля, зачем нам куда-то идти? Звучит как дичь. Я в восхищении. Черт побери.